Как раз уходят на лед наши ребята. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Они полностью поменяли стиль. Очень удачно, кстати, это. После короткого танца занимали 4-е место, но, к сожалению, неудачно откатали произвольную. Дмитрий, было падение, и стали только 5-е. Долгий год они тренировались под руководством Светланы Алексеевой, Елены Кусторовой, и вот недавно перешли к Александру Жульну и Олегу Волкову и тренируются под их руководством. Нашу пару отличает очень хорошее скольжение, уверенное катание. Интересный, конечно, набор поддержек и переходов, компонентов программы. Такой легкий, напряженный танец показали ребята сегодня на льду. Ну что, очень интересно. Он такой, знаете, очень впечатляет хореографией. Действительно, это легкое катание, соответственно, с музыкой и хореографией. Вторые они были. Вторые на Skate America и вторые на Кубке Китая, ребята. На двух этапах они были вторыми. И по этим результатам отобрались на финал. Вот на финале, повторяю, заняли 5-е достойное место. Все спортсмены очень благожелательно отзывались о публике, которая собралась здесь в Сочи. Полного дворца не было, но на самом деле этому есть объяснения достаточно простые. Очень тут не просто добираться до Ледового дворца, потому что рядом еще строится много объектов, и кое-где ты просто не проедешь, одна дорога всего.